Участник первого сезона телешоу «Последний герой» Сергей Сакин найден мертвым, ему было 40 лет, в ноябре мужчина направился из города Мышкин в Москву, но пропал без вести. Тело звезды популярного реалити-шоу нашли в окрестностях Мышкина, в 50 метрах от того места, где он в последний раз еще живым был зафиксирован камерами наблюдения. Правоохранители осмотрели труп, но не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, пишет Ридус. Сергей пропал без вести в конце ноября 2017 года по пути из города Мышкин в Москву. В его поисках участвовали добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и полиция. Как рассказали знакомые Сакина, 24 ноября он должен был выехать из Мышкиной, уже на следующий день оказаться в Москве. 25 ноября родители Сергея сообщили, что он не приехал в столицу, выяснилось, что участник телешоу даже не сел в маршрутку до Москвы. Вместо этого он отправился к трассе, друзья 26 ноября подали заявление о пропаже, закинув полицию, однако через три дня его закрыли без розыска. 30 ноября некая девушка сообщила, что видела Сергея в местном супермаркете, но на другие вопросы отвечать отказалась, а позже перестала выходить на связь. 4 декабря родители в Москве подали заново заявление о пропаже, но и в этот раз возникли проблемы. В итоге длительное время звезду экрана искали только добровольцы. Сергей Сакин был участником первого сезона шоу «Последний герой», который вел Сергей Бодров. После окончания программы женился на коллеге Пашу Ане Модестовой, а также написал книгу о своем пребывании на программе. У Сергея остались двое маленьких детей.